Посмотри на людей внизу. Отсюда они как муравьи. Я был одним из них. Но я пошел на многое, чтобы быть выше их. Но сейчас я не могу оторвать от них взгляд. Ты хочешь прыгнуть? Нет, не хочу. Думаешь, я из ума выжил? Нет, не хочу. Но мне надо прыгнуть, партнер. Зачем? Там у меня незаконченные дела. Я думал, что захлопнул дверь и ушел, но... Я обманывал себя. Почему? Там внизу есть покойник. Он схватил меня за волосы и не отпускает. Я должен спуститься и разжать его кулак. Он же покойник. Как ты собираешься это сделать? Если понадобится, я убью его снова. Снова! Снова! Ну что ж. Давай прыгнем вместе. И ты сможешь? Один нет. Но с тобой да. Да, ты самый преданный друг. Ну что, прыгаем? Давай. Что такое? Давай. Передумал? Что будет с ним? Что скажешь? Пусть подождет. Всему свое время. Мерт? Может, позже? Ладно, ладно. Ладно, успокойся, подожди. Видишь, те, кто внизу, не отпускают меня. Не могу. Это Мерт? Чего он хочет? Он говорит, что это важно. Встретиться с ним.